Gracias. Котенок, ты спишь? Спит или притворяется? А чего она так рано уснула? На нее не похоже? Устала, ребенок все-таки. Мы сейчас проверим. Катя! Катя! К нам там медведь залетел в окно. Чай пьет, а крокозябрик рассказывает. Пойдем знакомиться. Перестань, не расхуливай ребенка. Завтра праздник, Новый год, кутерьма. Пусть отдыхает. Но папа обманывал меня каждый год и сам наряжался Дедом Морозом.
Ничего нет. Да нет, есть, есть! Стой, стой, стой! Коровкин, Коровкин! Просыпайся, просыпайся! Он что? Он что, уже не спал, да? Спасибо, что разбудил, Пики! Ты настоящий друг! Весна — это драйв нон-стоп! Весна — это вечный праздник! Весна — это целый мир! Ой, подними меня! Пики, подними, пожалуйста! Ты что, коровки? Ради святых коров прошу! О, спасибо! Ты что? Некогда мне! Пора лететь! Лететь на травку, на цветочки! Как? Ой, я обиделся. Ну, говори уже, помощь твоя нужна, коровка. И зачем ты меня разбудил тогда, а, обманщик? А Катя перестала верить. Я обиделся. Большинство, послушай меня. Она узнала, что ее папа каждый год наряжался Дедом Морозом. Это печально. Отстань, я сплю. Коровки. Отстань. Помоги, пожалуйста. Коровки. Отстань, я сплю! Ну, говорю же тебе! Она узнала, что папа каждый год наряжался Дедом Морозом! А настоящий Дед Мороз что, никогда не приходил? Говорит, папа наряжался! Так попроси нас... Да, попроси Деда Мороза! Пусть он придет к Кате! Точно, точно, Коровки! Спасибо, отличная мысль! Я знаю, что я хороший! Читай свежие снежинки. Там записаны все сказочные новости волшебного мира. Да? Ага. Спасибо, Коровки! Ай-яй-яй, не стыдно! Коровка! Давай снежинку! У дюймовочки эльфа родился 152-й малыш! О, как здорово, 152-й! Великан решил заняться спортом и стал бегать по утрам, купаться в море. Из-за этого наступают приливы и штормы, которые затапливают пляжи по всему побережью. Так это же опасно, а если под великаном семья провалится, и он вверх ногами из земли вылетит? Ага. Не надо великану бегать. Переверни. Ага, хорошо. Только не меня переверни. Снежинку переверни, глупый. Ага, хорошо. Баба Яга, Кощей Бессмертный и Соловей Разбойник возвращаются из Индии, где да? Сидели. О, в тюрьме. Ого. Ого. А вот, нашел. Дед Мороз уединился на своем айсберге в Антарктиде, где готовится к Новому году. Запомнил? Да, запомнил. Так, в Антарктиде к Новому году. Все, Коровки, спасибо, я попал. О, люблю тебя, пока. Стой, стой. Да, Коровки. Ты в Антарктиду, Пики? Да. Удачи. Спасибо. Не буди меня больше. Ой, а разве так бывает? Конечно, бывает! Привет, Катя! Ой, а разве мы с тобой знакомы? Я Джала Пики, живу под паркетом в твоей комнате. А-а-а, так вот кто шуршит по ночам и мешает мне делать уроки. А кстати, почему мы на облаке? Мы летим в Антарктиду, к Деду Морозу. А по облакам ходить можно? Конечно! А знаешь, Деда Мороза не существует. И вообще, никакого волшебства не существует. Ну как это не существует, Катя? А вот так. Я раньше верила, а потом Дед Мороз оказался простым моим папой. Но подарки же папа тебе дарит. Ну понимаешь, дело не в подарках.
виделась. Спасти! Понимаете ли, уважаемый ветер, мы летим, деду.
морозу, и у нас ограниченное количество времени. А как мы попадем на корабль? Возьми волшебное перышко, окуни его в чернильницу ночи и напиши свое имя на облаке. Катя, 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 не делай этого. Подумай хорошенько. Это очень опасно. Я так боюсь пиратов. Милый мышонок, ну как же мы можем лететь по своим делам, если прекрасному принцу угрожает опасность? Ой-ой-ой-ой-ой! Откуда ты знаешь, у тебя же глаз нету?
Коренная растет. А у меня, может, глаза тоже молочные были, а коренные вырастут. А голова не молочная, давай порвем и проверим. Подходи к ней! Сдавайтесь! Или потом пожалеете! Ой, как мы испугались! Я слышал, вы летели к Деду Морозу на облако. Да,
А потом ветерок попросил вас спасти прекрасного принца. Откуда вы все знаете? А может, вы тогда знаете, как расколдовать прекрасного принца? Да, конечно, знаю. Нужно найти место, куда упала звезда, и посадить туда розу. Это как? Ну, звезды же падают. Конечно. Ну вот, найдите место, куда упала звезда, и в ту ямку посадите розу, и тогда она снова станет прекрасной. Тебя знаю, я тебя, тебя, тебя.
поливаешь цветы? Ну, честно, забываю. Но мама поливает. Нельзя категорически забывать. Ну, признавайся, а мы тебе нравимся? Знаете, вы забавные. Просто забавные? Это неслыханная дерзость. Почему ты нами не восхищаешься? Почему не закатываешь глаза? Не падаешь в обморок от нашей неотразимости, а? Мне просто не нравится, когда меня заставляют что-то говорить, пока я не сказала этого сама! Хорошо, говори сама. Сколько тебе нужно времени? Царской милостью жалую тебе 10. Время пошло. Или нет? Нет, не буду. Невиданная дерзость. Сейчас время завтракать. Мои дорогие праздники цветочки съедают на завтрак 10 быков, 20 свинок, 500 мышей, 7 тысяч кур и 1,5 миллиона комаров. Еще далеко перекусочки мешками и бабочками. А разве цветы едят быков? Конечно. Нет, это все сказки. А я со вчерашнего дня в сказки не верю. Мышей вы едите? Ну да, сейчас мы едим мышей. Так вот, нам пора идти завтракать. Но мы не можем идти, пока нами не восхищались. Начинай. Катя, 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 а может ты ими чуть-чуть повосхищаешься? Самую чуточку, а то они меня съедят. Милый мышонок, но я не умею восхищаться из-под палки. Может, ты просто не умеешь восхищаться? Так мы тебя научим, смотри. О, какой удивительной красоты эта роза. Ослепительная. Нежнейшая. Превосходная. Отдай ее нам. Зачем она вам? Мы будем лопать о шипами воздушные шарики. Отдай нам свою розу. Ни за что. Ах, так? Да, так. Тогда мы тебя загипнотизируем. Ребята, вставайте, пойдем! Садись, садись, садись.
Пойдемте. Спасибо вам, ребята. Спасибо вам всем. Катя, Катя, как я рад, что ты перестала стала этим дурацким сном. Я очень испугалась. Спасибо тебе, маленький трусишка. Это волшебник мне подсказал, что нужно делать. Какой волшебник? Ну, это я так думаю, что он волшебник. А еще он был похож на капитана Зигмари. Да? Очень интересно. Точно, мышонок! Нам же надо искать упавшую звезду! Так давай спросим у Деда Мороза. Он точно знает, что... Конечно! Где ее искать? Конечно! Конечно, давай спросим! Пойдем! Может, это потому, что я не верю в волшебство?
Знаешь, бывают такие ситуации, когда человеку нужна помощь его друзей. Даже в таких вопросах, как волшебство. Да? А знаете, мне в последнее время кажется, как будто я нахожусь на большой-большой сцене. А все зрители — это мои друзья. Так это так на самом деле и есть. Мышонок, это все сказки. А я знаю, что этого не бывает. Это точно. Так давай попросим их помочь, твоих друзей. Даже если так не бывает. Давайте попробуем. Ребята, вы поможете мне сказать тики-туки, тики-та? Ну что, давайте все вместе. Тики-туки, тики-та. Волшебство со мной всегда. Тики-туки, тики-та. Волшебство со мной всегда. Почему я одна среди этих крыш? Это не каприз. Наверное, я неосторожно спала и упала вниз. Где-то мой дом вверху вдали. В чем моя вина? Мерцала, сияла, упала, и вдруг я совсем одна. Я потерялась, ау-ау, счастье снова и снова зову. Счастье мое, зачем на земле я? Ответь мне скорей. Я потерялась, ау-ау, я разлуку не переживу. Но может быть здесь я кому-то нужна в мире людей. Ну скажи мне, зачем, может, кто-то успел увидеть мой полет? И кто-то желанье успел загадать, и мечтой живет. Падать с небес, расскажи мне, зачем, ради чьей-то мечты мне звездную яркую жизнь потерять, падать с высоты. Я потерял. И снова зову, счастье мое, зачем на земле я? Ответь мне скорей. Я потерялась, ау-ау, я разлуку не переживу. Но может быть здесь я кому-то нужна в мире людей. Ответь мне скорей. Зачем на земле я? Ответь мне скорей. Я потерялась, ау-ау, я разлуку не переживу. Но может быть здесь я кому-то нужна в мире людей. Ответь мне скорей. Ты же сразу упала на крышу? Конечно, вот сюда. Ура! Здесь есть земля! Да она еще и сверкает! Так это звездная пыль, наверное.
же хорошо снова стать самим собой. С возвращением, прекрасный принц! Спасибо, друзья, но я хочу сказать, что я ни чуточки не устал, пока был розовый. И ты, Катя, так бережно со мной обращалась. Я тоже очень рада за вас. Вот и я пригодилась. Да, Снежечка, ты очень вовремя упала! Да, но я хочу вернуться обратно. А ты помнишь, откуда ты упала? Где твое созвездие? А, конечно, я крайняя звездочка в большой медведице. Как красиво! Как здорово! Это мое любимое созвездие. А вот сейчас, видите, там не хватает одной звездочки. Да. Потому что я здесь, а не всегда дома. Не плачь, не плачь, звездочка. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Да. Мы тебя не бросим. Мы поможем тебе. Спасибо, прекрасный принц, но мое созвездие слишком высоко. На ковре не долететь. Высоко? Да я могу допрыгнуть до твоего созвездия, смотри. Почти допрыгнул, видели? Нет, ты не достал, только я попробую. Вот я почти добрался.
Подарки новогодние в мешке принес сегодня я. Из Арктики летел, торопился, вспотел. Давайте отдышаться и сил дедушке набраться. Исполнить кому чего привез. Какие же все милые, прям до слез. Итак, чей первый подарок в мешке? А это ж Олюшке. Распаковывай аккуратно, а то подарок в мешок убежит обратно. Этот подарочек Танечке, а это сверточек Ванечке, а это Егорке. Рома в последней сборке поет, танцует, убирает игрушки, а это Саше, а это, внимание, Павлушке. Вот. Детишки, играйте, ничего сразу не ломайте, а я пока пойду поговорю с девочкой Катей. Я весь в вашем распоряжении. Какие-то у вас тут тайные соображения? Папа, я знаю, что это ты. Каждый год наряжался Дедом Морозом. Девочка, ты ошибаешься. Я Дед Мороз. И это закрытый вопрос. Папа, я уже выросла. И знаю то, что это ты. И знаешь, я даже рада. Ведь я больше не верю в игрушечное волшебство, а верю только в настоящее. А ты у меня настоящий волшебник. Ладно, только никому. Секрет. Хорошо, я вас очень люблю. Ты же наш я тоже парень. Очень люблю. А теперь, айда с подарком. Побежали? Да! Это
Солнце.